Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня уже 1 октября, осень в полном разгаре. Приехали мы с отпуска, здесь холодно. Сегодня плюс 3 градуса всего лишь. Я соскучилась по своим ароматам, соскучилась по своим запасам. И настало время показать вам ароматы этого месяца. Их будет немного, потому что поняла для себя, что если я беру очень много ароматов на месяц, то практически ничем не пользуюсь. И давайте покажу, что же я выбрала в этом месяце. Первый аромат, который я выбрала в этом месяце, это аромат от Mary Kay, это Cityscape. Вот такой вот красивый дизайн у него. Обалденный, девочки, аромат. Настолько женственный, уточенный, многогранный, незабываемый. Он подойдет как молодой девочке, девушке. Не девочке, наверное, нет, девушке. Так и бизнес-леди вполне. В строгом костюме. Он нежный, легкий, свежий. Я чувствую в нем смородину, свежие цветы, которые настраивают на какое-то романтическое настроение, романтический лад. Так, бергамот, перец, которые добавляют аромату немножко такой строгости. Обычно я не люблю свежие ароматы, но тут другое дело. Прям, знаете, я вот в него влюбилась. В последнее время прям стала часто его использовать. Не знаю, с чем это связано. Когда я его слушаю, мне хочется, чтобы скорее настала весна. Прям такой, знаете, аромат приятный. Верхние ноты: бергамот, розовый перец, красная смородина, абрикос и листья фиалки. Средние нотки у нас спелая орхидея, пион. Так, и, по-моему, флорентийский ирис. И нижние нотки: сандаловое дерево, слива, ваниль, амбра. Ну, стойкость у них, я бы сказала, хорошая вполне. Около 8 часов на одежде. Около 8 часов на одежде до первой стирки, девчонки. Поэтому я думаю, классно. Так, немножко повернемся, потому что что-то как-то не так. Дальше. Следующий аромат, который со мной остается в этом месяце. Не могу я пока с ним расстаться. Это Dahlia Divine от Givenchy. Девчонки, я влюбилась, я уже рассказывала, в этот аромат, когда попробовала пробничек, решила взять такой вот уже более хороший формат. Это у нас, когда нежное дыхание цветка магнолии рождает божественный цветочный аромат, рождается богиня. Да? Цветочный, свежий, такой мускусный ароматик. Свежая магнолия, у них лепестки жасмина и роза и мускус входят в нотки у нас. Очень люблю этот аромат, с удовольствием пользовалась летом. Девчонки, он даже мне не мешал, поэтому не могу пока с ним расстаться. Дальше. Решила достать, все-таки хочется немножко продлить, наверное, весну, лето, а не получается. Время приближается уже к зиме. Решила достать в этом месяце, даже не знаю, попробую, получится, не получится, да? Вот такой вот ароматик от Avon. Это у нас Today, Tomorrow, Always. Это жасмин, девчонки. Обожаю тоже этот аромат. Для меня это жасмин. Прям такой вкусный, приятный, свежий, обалденный ароматик жасмина. У папы во дворе растет куст жасмина. И я вот все лето вспоминала об этом аромате. Поэтому решила в этом месяце достать его. И буду с удовольствием пользоваться. Вот, к сожалению, девчонки, я, наверное, не взяла ноты, не нашла от него. Ничего вам по нотам сильно не скажу. Дальше. Достала я в этом месте свой любимый фэм.
Фрея, прошу прощения. Ну, в общем, как-то так. Я его уже активно пользуюсь им. Очень люблю этот аромат. Мне он приходил в подарок, присылали его. Спасибо огромное за такой подарок, Саш. Обалденный аромат. Для меня он такой сладковатый, как я люблю. Нежный, приятный. Классный аромат. С удовольствием я им пользуюсь. Видите, уже вот сколько использовала. Я по нем за лето соскучилась. И поэтому решила достать его в этом месяце. Дальше. Здесь у нас цветочно-древесный мускусный аромат заявлен. Ноты у него малина, ирис и пачуля. Это скорее зимний аромат. Все его относят к зимнему аромату. Такой стойкий, теплый. Ну, как по мне, он такой многогранный аромат. И летом, и зимой, и весной. Мне хочется им пользоваться, девчонки, всегда. Я с удовольствием им пользуюсь, поэтому и буду дальше использовать. Дальше, что касается следующего аромата, который я достала на этот месяц, это был опять аромат от Avon. Это у нас Cherish Dark Moments. Вот такая вот прелесть. Такая вот дама в шляпке. Красивая. Приятный тоже аромат. Это у нас цветочно-фруктово-восточный ароматик. Сладкий, фруктовый. Такой компот с цветочными нотками. Основные ноты черно-смородиновый ликер, орхидея, пачули. Хорошо в нем ощущаю ноты смородины, придающие ему фруктовость, такую вот фруктовность, фруктость, даже не знаю, как назвать. Хорошо ощущаю и орхидею. Ароматик у этого водички, у этой такой, я бы сказала, яркий, насыщенный. Угадывается сразу вот орхидея, смородина. В целом аромат можно охарактеризовать, прошу прощения, как такой сахарный, сладкий, что ли. Но в то же время присутствует какая-то такая свежесть. Несмотря на сладкость этого ароматика, девочки, он кажется таким достаточно легким, не тяжелым. Он не приторный, не душит. Этот аромат, как мне кажется, подойдет больше на весну и на прохладный вечер. Ну, я решила вот достать, пользоваться им сейчас. Стойкость на мне у него 3-4 часа, мне этого достаточно. И с удовольствием буду им тоже пользоваться. Дальше. Так, прошу прощения, что тут не влазим мы сегодня в кадр с вами. В качестве домашнего аромата достала от Avon водичку, что у меня сегодня как-то вот не получается. Это Cherish от Avon, такие вот туалетные водички. Это вишня, вишневый сад, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, девчонки. Обожаю этот аромат. Как я уже сказала, хочется продлить лето. Цветы, ягоды, солнце. Поэтому для домашнего такого ароматика, когда дома, я решила взять вот этот именно Cherish. Ну и последнее, когда уже после душа на ночь, когда, знаете, бывает, еще принял душ, еще пока спать не ложишься, хочется чем-то легким пользоваться, побрызгаться, я решила достать, тоже был такой подарок, вот такую вот Витамания. Это у нас Фаберлик, манго и папайя тоже был у меня подарок. Витаминный мист для тела. Вот такая вот легкая водичка. Я думаю, на вечер будет самое то. Приятный сладкий аромат. Чувствуется прям папайя, девчонки. Класс. Будет приятно на ночь им побрызгаться. Вот такие вот у меня ароматы этого месяца. Спасибо, кто был со мной, кто смотрел меня. Пишите комментарии, пишите, какие ароматы у вас. Может быть, у вас есть похожие какие-то в этом месяце ароматы со мной.
Кому понравилось, ставьте лайки. И всем пока-пока.